Декарбонизация, снижение вредных выбросов, решение проблем водообеспечения. Казахстан и страны Центральной Азии объединяют усилия для решения климатических вопросов. В Астане прошел форум, организованный в рамках 28-й конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата. Участие в нем приняли более 200 человек. Это климатические лидеры стран Центральной Азии, представители госорганов и бизнес-сообщества. Вместе они обсудили текущую повестку, а также совместные стратегии в борьбе с изменением климата. Подробнее об этом они будут говорить на конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата. Она пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы все понимаем, что глобальное потепление – это очень серьезно для вообще для человечества, для его выживания. Поэтому мы подготовили ряд мероприятий, которые будут обсуждаться. Покажем, что, выступая одним фронтом, что мы центрально заинтересованы в реализации зеленых проектов, в инвестиции, вложении средств в общую копилку.